Уважаемые зрители, позвольте представить вам главную судейскую комиссию турнира и наших судей. Я очень рад, что сегодня в Бишкеке, в нашем Кыргызстане, праздник бокса. Кубок Киргизии, в честь меня, мне очень приятно. Спасибо огромное организаторам. Турнир прекрасный, много бойцов. Я желаю кыргызскому нашему боксу, ребятам, как минимум стать чемпионом мира, максимум олимпийскими чемпионами. Всем удачи, добра, здоровья. Кыргызстан вперед! Закончился первый раунд. Красным углу отдыхает Умар Алтымышев, Таласская область. Ему 12 лет, боксом занимается 1 год. Тренируется под руководством тренера Рулана Райпаева. Данным соревнованием готовил мастер спорта Кыргызской республики Алишер Чертобеков. Закончился второй раунд. В седьмом углу отдыхает боксер первого разряда из города Ош Абдурахман Иминов. 2009 года рождения, боксом занимается 3 года. Счет боям не ведет. Призер первенства Кыргызской республики 2022 года в городе Бишкек. Тренируется Абдурахман под руководством Исламбека Алимджанова. К выходу на ринг готовится вторая пара боксеров весовой категории 35 килограмм. Поехали!
Что я кончил? В этом бою единогласным решением судьи победу одержал Абдрахман Иминов, город Ош. Я хочу сказать о турнире. Действительно, турнир проходит на высшем уровне. Вот мы сидим здесь с коллегами, вот моим другом Фуатом разговаривали, что действительно этот турнир проходит такой, знаете, вот, у вас он республиканский считается кубок там республики. Мы думали, что здесь такая обстановка, как будто международный турнир проходит. Действительно, вот такая аура, такая атмосфера, вот люди как вот приходят, я смотрю на лица людей, как они болеют. Я действительно хочу поблагодарить Лукаша. Действительно, он сделал такой праздник для республики, для города, что побольше бы таких меценатов, чтобы больше бы такие турниры проходили, чтобы для людей был праздник. Поэтому хочу сказать, что действительно турнир на высшем уровне, а класс боксеров, вот я смотрю, один лучше другого. Поэтому, честно хочу сказать, действительно, все на, как говорится, на отлично проведено, сделано. Или вниз. Нет, закончился первый раунд. В красном углу отдыхает боксер первого юношеского разряда Нурдан Касьянов. Он представляет команду из Сокольской области. 2009 года рождения, боксом занимается 2 года. Тренируется под руководством Нурланову Топына. К данным соревнованиям готовили тренера Усин Акунов и Арбаев. Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает Айбек Тойчубеков,
Чуйская область. 2009 года рождения, боксом занимается 2 года. Победитель первенства Чуйской области 2022 года. Тренируется Айбек под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Халдара Мухамеджанова. Единогласным решением судей победу одержал Нурдан Касенов из Сибирской области. Ну, во-первых, я благодарен организаторам за приглашение в Кыргызстан, тем более здесь как бы мой был второй чемпионат СССР, где я занял третье место и попал уже в основную команду национальной сборной команды Советского Союза. Поэтому Бишкек стал таким стартовым толчком, как бы бронзовой медалью стал стартовым толчком уже к более высоким пьедесталам. Поэтому я благодарен Кыргызстану, он мне дал толчок уже к более высоким победам. Я пообщался с тренерами, с ребятами, питание, проживание, прекрасная организация. И что мне понравилось, все-таки выделяется киргизская школа, я имею в виду школа бокса, то есть вы оставили советскую школу бокса. Понятно, вы что-то свое добавили. Но скелет – это вот наш советский, как, советский бокс. Поэтому я очень рад. И характер ребят выделяется, конечно. Бойцовский характер. И ребята дерутся. Они видят, что здесь находятся чемпионы. Тут находится непосредственно Андрей Курнявка, которого проводит это первенство. И все хотят стать чемпионами. Я желаю ребятам удачи и победы. Спасибо. Oh!
Закончился первый раунд в красном углу АДКР Нурсултан Дощиналиев. Иссык-Кульская область. 2009 года рождения, боксом занимается 2 года. Тренируется под руководством Анвара Турсунбаева. Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает боксер Республиканского спортивного колледжа имени Ширалы Садыкова Умар Урузбаев. 2008 года рождения, боксом занимается 3 года. Финалист первенства Кыргызской республики 2022 года в городе Бишкек. Тренируется Умар под руководством Ханабека Райнкулова и Кучурбайулу Самагана. Дамы к соревнованиям готовил Кучурбайулу Самагана. Я побывал в Республике Кыргызстан. Я впервые увидел тренировку Советского Союза. Взял интервью, увидел, как сегодня развивается бокс в
в Республике Кыргызстан на высоком уровне. Советская система школы боксов еще осталась. Ну, большая благодарность всем людям, которые помогли организовать турнир. Потому что Закончился первый раунд красного гладика. Боксер из Джалабадской области Умар Марсов. 2009 года рождения, боксом занимается 2 года. Победитель международного турнира памяти Насреддина Исанова в городе Хочкурата. Тренируется под руководством тренера Бакыта Култаева. Закончился второй раунд. В синем углу играет боксер первого юношеского разряда из Джалабадской области Мансур Юнусов. 2008 года рождения, боксом занимается 2 года. Победитель первенства Джалабадской области. Тренируется под руководством Мутахидина Азимова. Thank you.
Я очень рад, что я нахожусь в Киргизии. Очень хорошо проводится соревнования. Я очень рад, что такие соревнования проводятся для детей, спортсменов, юношей. Это большой помощь, что у них развивает опыт. И благодаря нашему другу Мукаше Ирсалиеву, что организатор этого соревнования, я вам скажу, что это международный уровень проходит за турнир. Я всем удачи желаю. Закончился первый раунд в красном гладе КАЭТ боксер первого мужского разряда Билал Акраджанов, Ошская область. Ему 13 лет, бокс занимается 4 года. Счет по нему не ведет. Победитель первенства Ошской области и города Ош 2022 года. Тренируется под руководством мастера спорта Кыргызской республики Абдусаламова Дильшада и тренера Акмаля Урайджанова. Продолжение следует...
Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает кандидат мастера спорта Бекзат Абдусаламов. Ошская область. 2008 года рождения, боксом занимается 6 лет. Победитель первенства Кыргызской республики 2022 года в городе Бишкек. Тренируется под руководством Акмаля Муранджанова и мастера спорта Кыргызской республики Абдусаламова Дильшада. В этом бою единогласным решением судей победу одержал Бекзат Абдусаламов, Ошская область. Закончился первый раунд. В красном углу отдыхает боксер из города Бишкек Даниэль Русланов. 2008 года рождения, боксом занимается 3 года. Тренируется Даниэль под руководством мастера спорта международного класса Владислава Безвиктора. Thank you.
Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает боксер из города Ош Мухаммед Амин Садыков. 2008 года рождения, боксом занимается 5 лет. Финалист первенства города Ош и Ошской области. Тренируется под руководством Исламбека Алимджанова. В этом бою со счетом 3-2 победу одержал Даниэль Русланов, город Бишкек. Закончился первый раунд. Красным углом отдыхает кандидат мастера спорта Абдулхак Садыков, город Ош. 2008 года рождения, боксом занимается 5 лет. Финалист первенства Кыргызской республики 2022 года. Тренируется под руководством Исламбека Алимджанова. Thank you.
закончился второй раунд. К седьмому отдыхает Ильдиар Кунисбеков, Чуйская область. 2008 года рождения, боксом занимается 5 лет. Победитель первенства Чуйской области. Тренируется под руководством Алтынбека Кушоева. В этом бою со счетом 3-2 победу одержал Ильдиар Кунисбеков, Чуйская область. Закончился первый раунд. В красном углу отдыхает кандидат мастера спорта Искандар Расулжанов, город Ош. 2008 года рождения, боксом занимается 5 лет. Победитель первенства Кыргызской республики 2022 года. Тренируется под руководством Исламбека Алимджанова. Thank you.
собрано один. Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает боксер из Чуйской области Алялин Энлдаев. 2008 года рождения, боксом занимается 2 года. Тренируется под руководством Джумара Хунова. Thank you.
Закончился первый раунд красного города КАЭТ из Чикеков, Нарынская область. 2008 года рождения, боксом занимается 3 года. Финалист первенства Кыргызской республики 2022 года. Тренируется из под руководством Джанузака Абдраева. Закончился второй раунд. Синим углу отдыхает Шерали Шайхидинов, город Бишкек. 2008 года рождения, боксом занимается 3 года. Тренируется под руководством Сатыбалды Джанабиева. К данным соревнованиям готовит заслуженный тренер Кыргызской республики Маратбек Давлетколов. Thank you.
В этом бою явным преимуществом победу одержал Изан Кичебеков, Нарыцкая область. Занимается 3 года. Тренируется под руководством мастера спорта Кыргызской Республики Болота Молдорова и мастера спорта Советского Союза Эрнста Сагалиева и Нурлана Тульбергенова. Данным соревнованиям готовил Болот Молдоров. Закончился второй раунд. В седьмом углу летает Бахадыр Абдумажитов, Баткенская область. Ему 14 лет, боксом занимается 2 года. Победитель международного турнира в памяти Насреддина Исанова в городе Кочкурата 2022 года. Тренируется под руководством Султана Исманова.
в этом бою. Явным преимуществом победу одержал Ахмади Арвазов. Закончился первый раунд в красном углу ОДФЛ боксер из Ошской области Фазлидин Вахидов. 2008 года рождения, боксом занимается 3 года. Кандидат в мастера спорта. Победитель первенства Кыргызской республики среди юношей. Тренируется под руководством тренера Алхаджаева. К данным соревнованиям готовил мастер спорта Советского Союза Джалаладдин Усманов. Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает Мухаммад Кадыр Абдиманапов, город Ош. 2008 года рождения, боксом занимается 5 лет. Победитель первенства города Ош. Тренируется под руководством Беганаса Султанбаева. В паре боксеров весовой категории 67 кг ввиду болезни Фахридина Ибрагимджанова победа присуждается Альберту Искандарову, Джалаладская область. Thank you.
Бой окончен. В этом бою единогласным решением судей победу одержал Фазлидин Вахидов, Курская область. Победу одержал Сергалек Урукбаев, город Бишкек. Закончился первый раунд в красном углу АДКР Радбек Мурзалиев, Джалабадская область. 2008 года рождения, боксом занимается 2 года. Победитель первенства Кыргызской республики. Тренируется под руководством мастера спорта Советского Союза Ахмада Азимова. Закончился
Второй номер. Синий могло отдыхает Алихан Садыгалиев, село Кочкор, Нарынской области. Ему 14 лет, боксом занимается 2 года. Финалист первенства Кыргызской республики. Тренируется под руководством заслуженных тренеров Кыргызской республики Джанабека Махназиева и Махамаджана Ахмедова. Данным соревнованиям подготовил мастер спорта Кыргызской республики Марат Абдыкалыков. Со счетом 4-1 победу одержал Алихан Садыгалиев, Кыргызская область. Исламбек Гуламединов, кандидат мастера спорта из города Ош. 2008 года рождения, боксом занимается 5 лет. Финалист первенства Кыргызской республики 2022 года. Тренируется под руководством Исламбека Алимджанова.
В этом бою явным преимуществом победу одержал Исламбек Гуламединов, Буратош.